В городском округе прошел очередной велосипедный объезд, который совершили сотрудники Люберецкой администрации. Они оценили качество работы дорожных служб и управляющих компаний. В зону внимания участников рейда попали дворы, дороги и скверы Малаховки. Срок до среды. Своими фотографии мне и Владимиру Михайловичу. Сделано, не сделано. Хорошо. Объезд начали с поселка МЭС. Первое, на что обратили внимание – неухоженные газоны, детские игровые площадки без песка, рядом с контейнерами – навалы мусора. Много нареканий по качеству содержания внутридворовых проездов. Сегодня находится в работе целый ряд партийных проектов. Они самые различные. Созданием современной комфортной среды – это тоже все эти вопросы находятся в ведении, на контроле партии «Единая Россия». Есть вопросы к работе управляющих компаний. И я думаю, мы их в ближайшее время рассмотрим на политсовете. Во время инспектирования взяли на контроль подземный переход через Быковское шоссе, которое не функционирует много лет, и плохие остановки общественного транспорта. Отдельное внимание пешеходным зонам. Дорожный бордюр стоит на тротуаре. Понятно, не правда. Рядом с платформой «Малаховка» бордюрный камень уложен в два ряда. Но и это для пешеходов небезопасно. Трудно здесь проехать с детскими колясками. Много вопросов у администрации вызвала работа рынка рядом с железнодорожной станцией. Жители, те, которые с нами встречались, рассказали о своих переживаниях. В том числе есть и торговля, на которую необходимо обратить внимание, потому что должным образом, к сожалению, не обслуживают свою прилегающую территорию. Планируем также продолжать подобного рода объезды. Они себя показывают очень эффективно, поэтому то, что жители говорят и обращают внимание на свои проблемы, будем обязательно отрабатывать. Следующий рейд по содержанию территории округа сформируют также на основании наибольшего количества обращений. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.